На Неве зыблемой погодой колосок, увидя за стеклом в теплице и в неге, и в добре взлелеянный цветок, меж тем, как он и мошек вереницы, и бурям, и жарам, и холоду открыт, хозяину с досадой говорит: «За что вы, люди, так всегда несправедливы? Что кто умеет ваш утешить вкус или глаз, тому ни в чем отказа нет у вас. А кто полезен вам, к тому вы нерадивы. Не главный ли доход твой с нивы? А посмотри, в какой небрежности она. С тех пор, как здесь ты бросил в землю семена, укрыл ли ты стеклом, когда нас от ненастья? Велел ли нас полоть или согревать? И приходил ли нас в засуху поливать? Нет, мы совсем расти оставлены на счастье, тогда как у тебя цветы, которыми не сыт, не богатеешь ты, не так, как мы, закинуты здесь в поле. Под стеклами растут, в приюте, в неге, в холле. Когда по нас ты столько клал забот, то в будущий бы год ты собрал бы сам сот и с хлебом караван отправил бы в столицу. Подумай, выстрой-ка пошире нам теплицу». «Мой друг», — хозяин отвечал, — «я вижу, ты моих трудов не примечал. Поверь, что главное мои о вас заботы. Когда б ты знал, какой мне стоило работы расчистить лес, удобрить землю вам, и не было конца моим трудам. Да толковать о том ни время, ни охоты, ни пользы нет. Дождя ж и ветру ты проси себе у неба. А если б умный твой исполнил я совет, то был бы без цветов, и был бы я без хлеба». Так часто добрый селянин, простой солдат или гражданин, свое кое с кем сличая состояние, приходит иногда в роптанье. Им можно тоже почти сказать и в оправдание.